там музей алмазов есть. Там этнографические в основном, наверное, музеи. Минералогические музеи, геологические, какие-то краеведческие, наверное, исторические. В пригороде Йоханнесбурга, провинции Гаутенг, находится главный музей страны и памятник всемирного наследия. Он известен как «Колыбель человечества». Здесь были найдены доказательства происхождения современного человека – окаменелые останки гоминида, человека разумного. Кроме того, ученые обнаружили в пещерах окаменелости древних вымерших животных – гигантского буйвола и саблезубого тигра. Еще один музей, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО – тюрьма на острове Робин. Она известна тем, что здесь отбывали срок борцы с апартеидом, в том числе Нельсон Мандела. Он провел на острове 27 лет. С 1996 года тюрьма стала музеем, в который экскурсии проводят бывшие надзиратели и заключенные. Туристов в Кейптауне привлекает и музей алмазов. Здесь можно увидеть реплики самого крупного в мире драгоценного камня кулинан, а также уникальный желтый бриллиант. Кроме того, посетители могут узнать, как минералы превращаются в сверкающее сокровище. В музее находится фабрика по огранке алмазов.